Остановим коронавирус сухим законом. Одесская полиция обратилась к мэру Одессы с просьбой временно запретить торговым точкам продавать алкоголь в ночное время. Обращение опубликовал у себя в Фейсбуке сотрудник мэрии Сергей Дубенко. В облуправлении полиции считают, что если запретить продавать спиртные напитки с 8 вечера до 10 утра, а также круглосуточно в выходные праздники, то коронавирус перестанет распространяться. Причем речь идет не только о крепких напитках, но даже о вине и пиве. Необходимость введения таких мер стражи закона называют должным предотвращением распространения заболевания COVID-19. Как связаны алкоголь и коронавирус, полиции не поясняют, а реакции мэра на обращение полицейских пока не последовало.